Дагестанцы с долгами не смогут выехать за границу. С начала года уже более 53 тысяч жителей республики имеют задолженности по исполнительным производствам. Из них более 6 тысяч человек – это должники по алиментам. Все они ограничены в праве выезда за пределы страны. По данным Управления судебных приставов региона, благодаря применению подобных мер ограничений удалось взыскать с должников почти 300 миллионов рублей. В ведомстве напомнили, что узнать о наличии у себя задолженности можно на портале госуслуг. А тем временем в Дагестане отмечается значительный рост кредитования. По сравнению с прошлым годом объем розничного кредитования вырос на 80%, это порядка 40 миллиардов рублей. Из них треть сделок заключено по ипотеке, сообщает Республиканское отделение Банка России.